Превратишься в плющ, да и обовьешься вокруг меня, а я, дурак, обращусь в дуб. Честное слово, с меня станется. Вот никто и не умрет из нас, и все кончится благополучно. Лето 1929 года жена автора этих стихов, Евгения Шварца, уехала на театральные гастроли в Псков. Друг Евгения Львовича, писатель Вениамин Каверин, познакомил его с братом Александром и его женой Катей, Екатериной Ивановной Зильбер. Завязывался очень грустный сюжет. А Шварц с детства не любил истории с печальным концом. А скажи, Аннунциата, каждый, кто приезжает в вашу страну, попадает в какую-нибудь сказку? Да, сударь, к сожалению, это так. Почему к сожалению? Ну, потому что многие сказки кончаются очень печально. Будьте осторожны. Да. Непонятно. Нет, я понимаю, чтобы не простудиться, надо плотнее укутывать горло, чтобы не споткнуться, надо смотреть под ноги. Как же уберечься от сказки с печальным концом? Ну, я не знаю, господин ученый. И все-таки вы, пожалуйста, будьте осторожны. Вы очень хороший человек. А именно таким чаще всего и приходится плохо. Откуда ты знаешь, что я очень хороший человек? Все потому, что хороший песенок нес по вынести писательные пивоси. В детстве обнаружился мой ужас перед историями с плохим концом. Я затыкал уши и просил маму замолчать. Пользуясь этой моей слабостью, она терроризировала меня плохими концами. Если я, к примеру, отказывался есть котлету, мама начинала рассказывать сказку, в которой все герои попадали в безвыходное положение. Доедай, а то все утонут. И я... доедал. Взрослому Шварцу предстояло решать задачки посложнее. Например, как превратить чужую жену в свою, да так, чтобы все были счастливы. Будущий сказочник родился в Казани 21 октября 1896 года в семье хирурга и акушерки. Когда Жене было 6 лет, в семье родился братик, который перетянул одеяло материнской любви на себя. Мама вдруг превратилась в снежную королеву. Забыв обо всем на свете, она хлопотала над малышом, а Жене казалось, что его изгнали из рая. И тогда он тоже превратился из послушного мальчика в скверного мальчишку. Уставшая мама сердилась,
Такие люди, как ты, вырастают неудачниками и кончают самоубийством. Женя страдал. Он отчаянно ревновал маму к брату. Через 25 лет он будет так же по-детски ревновать Катю. Катенька, родная моя, никогда я больше не буду тебя мучить. Когда я очень люблю, я глупею. Теряюсь, бросаюсь, ругаюсь. Мне вредно жить на свете без тебя. Я чувствую себя, как выгнанный из дома. Все было хорошо, ясно, тепло. А теперь некуда деваться. Песик мой тепленький, я отучусь тебя ревновать и ругать ни за что, ни про что. Я буду молчать и только целовать тебя, и гладить, и любить больше всего. Честное слово, больше не буду. Убей меня, Бог, накажи меня, Господь. На фотографии 1917 года семья в полном составе. Родители Лев Борисович и Мария Федоровна, студент-недоучка юридического факультета МГУ Евгений Шварц и его брат Валентин. На память о детских испытаниях Евгений Шварц получил от судьбы три дара. Первый дар – честолюбие. В семье Шварцев славу уважали религиозно. Это был прямой путь к сердцу мамы. О своих планах на будущее сын сообщил ей уже в 6 лет. «Вырасту, стану романистом». Слово «писатель» он забыл от волнения. В те дни определились душевные свойства, которые сохранила я до сих пор. Неуверенность в себе и страх одиночества. И вытекающее отсюда желание всем нравится. Второй – дар воображения. После отдаления матери душевные пустоты заполнили сказочные миры. Дефицит любви компенсировало запойное беспорядочное чтение. Каждая собака была приручена и принята на довольствие в невидимую армию защитников маленького Жени. В дневнике он напишет: «Я лечился мечтами, как собака травой». И третий дар – беспечная уверенность, что все будет хорошо. Нет, не хорошо, а великолепно, волшебно. Чувство недовольства собой и ожидание чуда делали меня, первое, легким, уступчивым и покладистым. Второе – веселым, радостным, праздничным. Я никогда не осуждал и всех любил от избытка счастья. Желание нравиться привело Шварца сначала на театральные подмостки Ростова, а потом окунуло в литературный омут Ленинграда. Однажды, возвращаясь из культурной пивной на Невском, Заболоцкий спросил Шварца: «У вас внутренняя жизнь богаче, чем у меня, у Веденского, у Хармса. А куда это идет, неизвестно. Наверное, в личную жизнь». 3 женщины оставили след в жизни Шварца. Первую любовь, Милочку Крачковскую, увел юнкер Третьяков. С актрисой Гаянэ Халаджиевой 23-летний Шварц познакомился на сцене Ростовской театральной мастерской. Ганя была талантливее всех. Но именно о ней можно было сказать, что она человек трагический. По роковой своей сущности – она только и делала, что разрушала свою судьбу. Театральную, личную, любую. Она была 9 лет моей женой. В 1947 году на экраны выйдет фильм «Сказка Золушка», снятый по сценарию Евгения Шварца. Ганя узнает себя в мачехе. Где ты был? В лесу. Что ты там делал? Я хотел сразиться с бешеным медведем.
Зачем? Ну, чтобы отдохнуть от домашних дел, дорогая. Посмотри мне в глаза. Посмотри мне в глаза. Это правда, что ты говорил с королем? Чистая правда, женушка. Ты попросил короля, чтобы тебе прибавили жалование? Что-то мне в голову это не пришло. Да, но ты попросил короля, чтобы меня и моих крошек записали в книгу первых красавиц королевства? Ну, что-то, дорогая, ну как можно? Значит, ты говорил с королем и ничего у него не выпросил? Ну, конечно, ведь мы беседовали с ним так просто, по-приятельски. Ядовитый змей. Несчастная я. Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать? Работаю как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю. Добываю и добиваюсь. У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать. А этот изверг? Нет. Нет, нет, решено. Я выживу тебя из твоего собственного дома. И ты умрешь в лесу, и тебя съест твой бешеный медведь. С Екатериной Ивановной Зильбер Шварц испытает настоящее счастье со всем его безумием и горечью. Я всю жизнь плыл по течению. Меня тащило от худого к хорошему, от несчастья к счастью. Я уже думал, что больше ничего интересного мне на этом свете не увидать. И вот я встретился с тобой. Это очень хорошо. Что будет дальше, не знаю и знать не хочу. Незадолго до встречи со Шварцем в жизни Екатерины Ивановны случилось горе. Умер ее 3-летний сын. Врачи сказали, что Катя больше никогда не станет матерью. Была попытка самоубийства. Катю спасли. Но интерес к жизни она потеряла. Казалось, ничто не сможет восполнить ее потерю. И вот пришел Шварц. Тайные встречи продолжались около года. Разлуку латали письмами. В иные дни Евгений Львович писал Кате по 2 письма. Она отвечала гораздо реже, стеснялась грамматических ошибок. Но была ли тайна? Из воспоминаний писательницы Китлинской. Всем своим видом Евгений Львович молчаливо признавался, что влюблен и тревожно счастлив. Шварц изо всех сил берег душевное спокойствие жены, потому что она ждала ребенка. Но избежать сказочного свинства не удалось. События 1929 года разворачивались со скоростью курьерского поезда. В феврале Катя ушла от мужа. Вопреки прогнозам врачей, она тоже ждала ребенка от Шварца. В апреле Ганя родила дочь Наташу. В июле Евгений Львович признался жене, что любит другую. Из воспоминаний Чуковского. Приехав на дачу, Шварц закрылся с Ганей, и мы только слышали, как она закричала.
Он пробыл с ней час, наскоро простился с нами и побежал к поезду. Лицо у него было белое, в крупных каплях пота. Зачем ты затеял все это? Я ведь тебя предупреждала. Каким уж я на свет уродился. Мне захотелось с тобой поговорить о любви. Но я же волшебник. Помнишь, ты говорил? Вот я и взял, собрал людей, перетасовал их. И все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала. Я плачу. Одни, правда, работали лучше, другие хуже. Но я уже успел привыкнуть к ним. Не зачеркивать же ни слова, люди. Я даже стал позволять им иногда спорить со мной и не слушаться. В те дни я, уклончивый, ленивый и боящийся боли, пошел против себя самого силой любви. Я сломал старую свою жизнь и начал новую, в неясности особенной, как одержимый, как в бреду. Все это было так не похоже на меня, что я все время думал, что умру. И в самом деле, старая жизнь моя осенью умерла окончательно. Я переехал к Катюше. И все-таки он был счастлив, как никогда в жизни. В том же 1929 году родился Шварц-драматург. На сцене ленинградского ТЮЗа состоялась премьера спектакля «Ундервуд» по пьесе Евгения Шварца. Он молчал 30 лет и 3 года. Страх не пускал его дальше детских стихов. После переезда к Кате Шварц осмелел и замахнулся на большие формы. Его перу принадлежат 22 пьесы, 11 киносценариев, не считая прочего талантливого. В пьесах Шварца граница между реальностью и сказкой проходила в душах зрителей и была на замке. Кто-то даже назвал его сказки страшными и потребовал запретить. До страшной реальности оставалось неполных 2 года. Я дракон. Как же 3 головы, крылья, огромный хвост? Это сегодня попросту, без щенов. Наш господин дракон так давно живет среди людей, что сам иногда превращается в человека и заходит к нам по-человечески, как простой человек. Да, я люблю простых людей, но простых. Шалунья. Ну, плутовка, борщ повыше. Хорошо танцевал, я видел, умница. О, всем улыбаться! Хорошую девочку воспитали. Молодцы. Ты что, прохожий? Ты что? Любуюсь. Молодец, четко отвечаешь. Любуйся. Зачем приехал? Ты кто? Прохожий. Ну и ступай.
Телефон сообщал то, что не зажило до сих пор. Мои друзья исчезали. Многие из них. Олейников, Заболоцкий, Хармс, Веденский. Народное ополчение Шварца не взяли по состоянию здоровья. Отправили работать на радио. Он имел право уехать из Ленинграда с театром комедии. Долго не мог принять решение. Из воспоминаний Китлинской. Однажды утром Шварц вошел ко мне со своей лучезарной, слегка иронической улыбкой. Знаете, Вера Казимировна, оказывается, удивительно приятно чувствовать себя порядочным человеком. Вчера мы с Катей окончательно решили остаться. И вот я второй день хожу с этим приятным ощущением. Через несколько дней блокадное кольцо сомкнулось. Для эвакуации самолетом выделялось всего 6 посадочных мест в месяц. Шварц попал в список эвакуируемых в первоочередном порядке, но снова отказался. Вместе с Катей тушил зажигалки на крыше родного дома на канале Грибоедова, 9. Они решили для себя, если бомба, то погибнем и вместе. В декабре 1941 года Китлинская все-таки убедила Шварца с женой эвакуироваться. Евгений Львович еле держался на ногах от голода. Улетая, просил помочь выбраться из Ленинграда семье репрессированного поэта Заболоцкого. Его жену с двумя маленькими детьми Шварца опекали как родных. Китлинская выполнила просьбу. Вскоре после отъезда Шварцев в их квартиру попал снаряд. В 1944-м в Душанбе, куда эвакуировали Ленинградский театр комедии, Шварц закончил одно из лучших своих произведений – пьесу «Дракон». Ее приняли без поправок, показали 3 раза и запретили на 20 лет. Газета «Литература и искусство» назвала пьесу «вредной сказкой». Вот когда я об этом узнал, я пустился в странствие и начал совершать всячески несуразности. Пока мне не надоело. Здравствуйте. Нет, будь рыцарем. Я начал завидовать рабам. Они все знают заранее. У них твердые убеждения. Наверное, потому что у них нет выбора. Рыцарь! Рыцарь всегда на распутье дорог. Сказку будут переписывать от руки и подпольно. А Шварц скажет дочери Наташе: надо же, писал про Гитлера, а получилось про нас. Это было не первое табу на пьесы Шварца. В 1934 году под запрет попал «Голый король», пьеса, написанная по мотивам сказок Андерсена. В 1940-м, после нескольких показов, убрали из репертуара спектакль «Тень», который позднее станет визитной карточкой театра комедии. Сказочника обвиняли в политической сатире. Пьесы запрещали, но Шварца не трогали. Странное дело, неуязвимость Шварца не вызывала зависти. Возможно, потому что его любили, но считали слабым человеком за желание ладить со всеми. Некоторые обвиняли драматурга в эскапизме, бегстве от реальности в сказку.
самые сильные стороны моего существа испорчены слабостью, страхом боли. Пропитано этим пороком, словно запахом плода. Однако бесконфликтность Шварца не имела ничего общего с беспринципностью. Он мог бы украсить фамильный герб, случись такая вольность в Советском Королевстве, своей коронной фразой «Пишу все, кроме доносов». Шел 1957 год. В Союзе писателей назначили обсуждение антибюрократического романа «Не хлебом единым» опального писателя Владимира Дудинцева. Заседание неожиданно отменили. Шварц подписал телеграмму протеста. Один из инициаторов запрета, встретив Евгения Львовича на улице, пожурил его. «Вы-то как подписали эту злосчастную телеграмму?» Шварц смутился, признаться, что ли, и, пряча улыбку, шепнул собеседнику в самое ухо. «Под пытками». Все прошедшие годы прожиты под скалой «Пронеси, Господи». Обрушивалась она и давила и правых, и виноватых, и ничем ты помочь не мог ни себе, ни близким. Пострадавшие считались словно зачумленными. Сколько погибших друзей, сколько изуродованных душ, изуверских или идиотских мировоззрений, вывихнутых глаз, забитых грязью и кровью ушей. В биографии Шварца есть вырванная страница, которая относится к периоду гражданской войны, а точнее к 1918 году. В анкетах Евгений Львович писал, что служил в продотряде, но весной 1918 года на Кубани не было продотрядов. Прапорщик Евгений Шварц служил в добровольческой армии и участвовал в знаменитом ледяном походе Корнилова. Историки описывают эту страницу советской истории не иначе, как террор и война на истребление. Красные казнили всех сочувствующих, включая детей, удравших из дома в армию Корнилова. В отместку белые расстреливали красноармейцев десятками и сотнями. Деникин, принявший командование после Корнилова, написал о тех безумных днях. «Ледяной поход – одно из наиболее ярких воспоминаний». Не то быль, не то сказка. Сравнение бойни со сказкой режет слух, но Шварц мог бы подписаться под этими словами. После гибели Корнилова под Екатеринодаром Евгений Львович вернулся в Ростов-на-Дону. Всех ранений – два выбитых передних зуба и тремор рук, вероятно, результат контузии. Понимая, что за белое прошлое ему прямая дорога на красную плаху, он придумал легенду о продотряде. Вот так. Вот славно. Работаю, работаю, как подобает хозяину. Не пью, не пляшу, не кувыркаюсь, как дикий зверь. Работаю без всяких вольностей. Она идет. Она. Ее шаги. В 1954 году он закончил пьесу «Медведь», которую позже переименовал в «Обыкновенное чудо». Критики назовут пьесу гимном всех влюбленных. От написания первой сцены до последней прошло 10 лет. Эту пьесу я очень любил. Прикасался к ней с осторожностью. И только в такие дни, когда чувствовал себя человеком. Здравствуй, жена. Она. Ее шаги. Обыкновенное чудо – его признание в любви к жене. Прообразом жены волшебника в пьесе была Екатерина Ивановна.
В 44-м году, когда Евгений Львович приступил к работе, их браку было ровно 15 лет. 15 лет влюблен в свою жену, как мальчик. Пьесу экранизировали дважды. В 1964 году одноименную картину снял Эрнест Гарин, через 22 года, в 78-м, Марк Захаров. Волшебник Гарина – добродушный, сентиментальный чудак. Он может вдруг расплакаться. Или нашкодничает и тут же извиняется. Волшебник Захарова – это творец, властелин сказочного мира. У него даже взгляд имеет вес. Шварц опасался таких людей. Тебя кто-то обидел? Ты. Грубиян. Что ж я окаянный наделал? Что ты натворил нынче утром? В курятнике? Грубиян. А кто обещал жить, как все? Жить, как все. Я думал, что главное несчастье приносят в мир люди сильные. Но, увы, от правил и законов, установленных слабыми, жизнь тускнеет. Последние 10 лет Шварц большую часть времени жил в поселке Комарово. Воспоминания друзей рисуют почти лубочную картинку из обыкновенного чуда. Голубой домик в цветах. Хозяйка Екатерина Ивановна разливает кофе в старинные фарфоровые чашки. Слышен звук сливаемой воды в туалете. Это ученый кот Евгения Львовича демонстрирует чудеса животного интеллекта. Когда приезжают внуки, Евгений Львович ходит с ними смотреть на пригородные поезда, с друзьями устраивает петушиные бои, бодается животами. Из обеих столиц прилетают шумные телеграммы о спектаклях, аншлагах, о кинопремьерах. Киностудия «Ленфильм» снимает первый цветной широкоэкранный стереозвуковой фильм «Дон Кихот» по сценарию Шварца. Ироническая драма едет на Каннский кинофестиваль. Казалось бы, формула счастья по Шварцу, а он говорил, счастье – это отсутствие тревог, доведена до совершенства. Но у сказочников свои секреты. Дневник, который Евгений Львович вел в течение 15 лет, задыхался от боли. Бог поставил меня свидетелем многих бед, но не дал мне силы. И поэтому я вышел из всех бед жизни. Но душа искалечена. Я не боюсь смерти. Но людей боюсь. Вот в чем моя душевная болезнь. А кто стал бояться людей, тот уже не судья им. И даже не свидетель на том суде, который все же будет когда-нибудь. Это случилось 15 января 1958 года. Накануне ему привиделась белая бабочка. Евгений Львович метался в бреду и просил бумагу и карандаш. Когда болезнь взяла тайм-аут, объяснил: «Я нашел нужные слова, которыми можно описать полет капустницы». Он все время искал нужные слова. Последние слова были обращены к жене. Катя, спаси меня. Евгения Львовича похоронили на Богословском кладбище. Екатерина Ивановна установила на могиле белый мраморный крест. Ее отговаривали. По стране прокатилась антирелигиозная кампания. Можно было попасть в немилость к властям. Но вдова отрезала. Женя был верующим.
После смерти мужа Екатерина Ивановна искала утешение в работе над собранием сочинений Шварца, приводила в порядок его дневниковые записи. И вдруг оказалось, Евгений Львович сомневался в ее любви. Катюша была всю жизнь очень, очень привязана ко мне. Но любила ли, кроме того рокового лета 29-го года, кто знает. Вижу, что иногда любила, а иногда нет. Значит, бывала несчастна. Уйти от меня, когда она привязана ко мне, как к своему ребенку, легко сказать. Жизни переплелись так, что и не расплетешь. Дал ли я ей счастье? Не знаю. Когда сборник произведений был готов к публикации, Екатерина Ивановна приняла смертельную дозу лекарства. Она любила и жить без него не смогла. Через 5 лет после смерти Шварца рядом появилась вторая могила с белым крестом. Я на свою беду бессмертен. Мне предстоит пережить тебя и затосковать навеки. Но пока ты со мной. Слава храбрецам, которые смеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто бы они бессмертны. Оба режиссера, экранизировавшие пьесу, сократили оригинальный текст. Настоящий волшебник Шварца заканчивает свой монолог иначе. А вдруг ты не умрешь, а превратишься в плющ и обовьешься вокруг меня дурака, а я обращусь в дуб, честное слово, с меня останется. Вот никто и не умрет из нас, и все кончится благополучно.